Привет, друзья! Расскажу вам, что я сегодня учудила. Шила я шилом, значит, на машинке своей. Вот, сейчас. Пока она у меня заклинила. Я поняла, что, как обычно, нужно челночное устройство чистить. Кот этот весь. Разобрала, полезла из-под низу, все почистила, подоставала. Однако, смотрю, маховик вращается, а иголку поднять не могу. Вот ее там заклинило, и все. Вот она опустилась в челнок, и все. Я уже разобрала, и верхнюю крышку сняла вот эту вот. И игольную пластинку сняла. И еще раз пылесос достала, не поленилась, попылесосила, все идеально. Машинку смазала маслом, полфлакона ушло. Щедро так. И самое смешное, вы знаете, не смогла устранить. Вот торчит она, иголка опустилась, я не могу ее достать. Пришлось гуглить в Ютубе. И такая была, как сказать, лах такой был, что даже стыдно об этом говорить. И как этот искусственный интеллект, как Google точно понимает, что мне нужно. Вот он прям причину мне взял и... сразу, ну буквально, наверное, после третьего ролика показал мне настоящую причину моей поломки. Это, конечно, чудо. Оказывается, я случайно, я не знаю, как это, может, пока я разбирала, перебирала, где я. Я вот эту вот намоточную для шпульки, намоточное приспособление, я его отодвинула случайно как-то рукой, видно, сбила. И все, иголка ж, естественно, застопорилась. А я ищу причину и не могу. И мне так стыдно было с вот такой вот. Посмотрела, сколько лайков под этим роликом стоит, да, у этого мастера, который там причины называет, почему не ходит, не двигается иголка, когда вращается маховик. У него там стоит 13 лайков всего. Мне так хотелось поблагодарить его, этого мастера, за вот эту вот подсказку, за вот этот тупизм, но я не сделала. Сейчас вернусь, найду этот ролик и поставлю. Знаете, почему не сделала? Потому что стыдно, что вот такой вот, ну, детский, так бы, школьный такой, нет культурного слова, чтобы назвать это. Как я могла не заметить? Я представляю, как потешается автор этого ролика, когда видит какие-то лайки, благодарные комментарии. Вот какие вы швеи тупые, невнимательные. Нет, на самом деле просто все внимание сосредоточено на шитье. Я не знаю, я не заметила, как я сбила вот эту вот штуку. Я просто ее сдвинула вот в намоточное положение и не заметила. И как мне YouTube показал, это прям вообще благодарность. Ну, такая мелочь. А сколько времени потеряно? Но зато почищена машинка, смазано все везде, сверху, снизу капитально.